Даже в непростое для всего мира время промышленная отрасль страны ни на минуту не прекращает развиваться. В подтверждение этому чемпионаты World Skills и подготовка многих сотен высококлассных специалистов. Мы рады быть частью большого движения, цель которого – дать стране профессионалов, экспертов своего дела, взять новые рубежи и вершины. Мы – команда госкорпорации Роскосмоса. Всегда принимаем вызов времени. И твердо знаем, все, что кажется нереальным сейчас, скоро станет самым обычным явлением. За каждым открытием стоит человек. А значит, мы приложим все усилия, чтобы сделать невероятное возможным. Секрет успеха на данном чемпионате как раз-таки в совокупности золотых рук, скорости движения, постоянных тренировках. Надо выработать алгоритм, по которому надо работать. Надо понять, что от чего зависит и в каких случаях можно быстро и без потерь прийти к результату. Это уникальный опыт, который можно получить здесь и сейчас. В 7-м национальном чемпионате World Skills High Tech 2020 принял участие 391 конкурсант из 26 организаций и корпораций по 24 компетенциям. Сборную команду Роскосмоса представили 14 дочерних организаций госкорпораций. Здесь и сейчас, в дни 7-го национального чемпионата World Skills High Tech 2020, мы соревновались в самых востребованных компетенциях отрасли и прошли наиболее важные этапы цикла производства космического аппарата. «Делай мир лучше силой своего мастерства». Лозунг движения World Skills откликается в нас каждый день. Надо иметь опыт и багаж знаний, иногда даже из смежных областей. В сжатые сроки быстро и четко анализировать информацию, принимать какие-то решения. Если ты желаешь чего-то, действительно, искренне желаешь быть лучшим в своей сфере, добиваться успеха, расти над собой и над остальными, то однозначно все получится. Сегодня мы вместе радуемся победам. Сборная профессионалов ракетно-космической отрасли. Сборная настоящих победителей, проявивших высочайший профессионализм. Именно мы будем воплощать в жизнь все самые смелые технические идеи, стремиться к высокоэффективному производству, задавать новую высоту, брать ее и постоянно повторять: «Мечтай! Создавай! Действуй!»